Ирина Афанасьева стала одной из тех, чей труд отметили на региональном уровне. 16 лет она работает в сфере торговли. Начинала с должности продавца-кассира. Теперь под ее контролем 12 магазинов, которые управляющая старается посещать ежедневно. Вместе с профессиональными навыками женщины совершенствовалась и региональная отрасль торговли. Тогда было диковинкой то, что компьютеры на кассе стоят, которые сами все считали. А сейчас, глядя на отработанные года, можно сказать, что это еще было мелочью. Сейчас вся работа заключается вот в планшетах, в телефонах, все компьютеризировано, да, вплоть до составления графика выхода сотрудников. В настоящее время торговля – ключевая сфера экономики, в которой задействовано большое количество людей. Сейчас это самый массовый вид деятельности среди индивидуальных предпринимателей. В нем задействованы почти 11 тысяч бизнесменов региона. Всего более 85 тысяч жителей Ульяновской области заняты в этой отрасли. Конечно, планов на развитие отрасли торговли у нас много. Убежден, что вместе мы сможем их реализовать в полной мере. Еще раз поздравляю вас и ваших коллег с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, успехов и процветания в вашей профессиональной деятельности. В сравнении с ковидным периодом объемы розничной торговли в Ульяновской области не просто сохранились, но и приросли. Общий объем составил 103,5%. Улучшению показателей отрасли способствуют меры поддержки и выход на маркетплейсы. Пандемия коронавируса стала импульсом для скорейшей цифровизации отрасли. Торговые организации в кратчайшие сроки сменили формат работы, многие ушли в онлайн-продажи. Мы видим о том, что возможно и повышение цен, но это не сказалось, скажем так, на потребительской корзине. Объем покупаемых продуктов, по данным Росстата, и предметов промтоваров тоже вырос. Причем выросли они одновременно примерно в 3% и в том, и в другом сегменте. При этом важно, чтобы жители малонаселенных пунктов региона тоже чувствовали себя комфортно. Сейчас заканчивается упаковка нормативно-правового акта по поддержке малой торговли в удаленных селах. Чтобы сохранить большее количество магазинов, которые выполняют социально значимую функцию и предоставляют важные услуги жителям региона. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.